Во Владивостоке разыграли первый международный кубок КВН правительства Приморского края. Масштабное событие развернулось в концертно-театральном комплексе «Андеграунд». Вопрос очень серьезный, это вопрос очень актуальный. И мы комплексную программу финансовой грамотности реализуем совместно с Центральным банком Российской Федерации. Я хочу сказать, что мы проводим очень много мероприятий. Наши давние партнеры – Дальневосточный федеральный университет. Мы проводим мероприятия для разных категорий населения, для малышей. Мы издали азбуку, финансовую азбуку. Побороться за кубок приехала команда из Белоруссии. Ребята специально прилетели из Могилева во Владивосток, чтобы выступить на первом международном кубке КВН правительства Приморского края. Остальные три команды представляли наш край. Вот так вот, сынок, запомни. Мужик все по дому должен делать сам. У меня дед все сам делал, отец все сам делал. Вот я за ними эту тумбочку и чиню. Юмористы соревновались в трех КВНовских конкурсах – «Приветствие», «Фоторазминка» и «Музыкальный фристайл». Вне состязания выступила команда Министерства финансов края «Молодые финики». Выступление оценивало жюри, в состав которого вошли представители правительства Приморского края, участники высшей лиги КВН из команды «Красный лис», члены межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности в Приморском крае. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.